Президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес фразой «Кто так обзывается, тот сам так называется». «В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили, кто так обзывается, тот так и называется», — сказал Путин. Президент отметил, что в истории каждого народа много драматических и кровавых событий. «Когда мы оцениваем других людей и другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, перекладывая на других свои проблемы», — добавил президент России. Как передает канал 13 со ссылкой на РИА Новости, Путин также пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы, я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток».